Здравствуйте. Начнем с хорошего. Буквально вчера нам всем вместе с вами удалось убедить Государственную Думу не совершать очень серьезную ошибку. Удалось убедить не узаконивать принудительную, точнее обязательную вакцинацию. Речь идет о законопроекте о внесении в национальный календарь прививок коктейли от ковида. Кто не знает, в чем суть дела, у нас есть статья 5 157 закона об иммунопрофилактике, которая, по сути, представляет из себя отсылочную норму к постановлению правительства 1999 года, которая, в свою очередь, вводит обязательную вакцинацию для ряда категорий населения, ну, в частности, врачей, учителей и так далее. То есть не привился, значит, тебя не допускают к работе. И вот вчера Государственная Дума под нажимом общественности, а мы помним, как этот нажим осуществлялся, мы видели, как наши друзья из движения «Иммунный ответ» вручали депутатам и чиновникам эти самые Нюрнбергские кодексы, мы видели пикеты, мы все писали письма и телеграммы. И вот в результате этого давления депутаты образумились и вчера, хотя приняли решение в первом чтении о включении вот этих коктейлей от ковида в нацкалендарь, но с оговоркой о том, что действие постановления правительства, указанного мной, не распространяется на эти прививки. Но еще впереди, конечно, второе, третье чтение. Мы будем стараться внимательно следить за этим процессом. Но, тем не менее, факт остается фактом. Это маленькая, но важная победа гражданского общества. Ну, в принципе, хорошие новости на этом, наверное, заканчиваются. Если говорить об остальных новостях, то мы, конечно, по-прежнему разбираем последствия ПМЭФа, Петербургского международного экономического форума. И если в политической плоскости здесь говорить особенно не о чем, ну то есть идет подготовка к встрече Байдена с Путиным или Путина с Байденом, идет такая игра в поддавки, ну мы видим, как Блинкен признал Северный поток 2, хотя в принципе у него ничего не оставалось, ему ничего не оставалось сделать. Путин уже заявил на ПМЭФе, что этот Северный поток построен. Мы видим, как Россия запретила въезд в страну начальнику конной полиции Канады. Так что, представляете, теперь мы можем жить спокойно, никакая угроза не пройдет. Все АНБ, ЦРУ, Моссады и прочие супостаты могут расслабиться, ничего они с нами не сделают, потому что конная полиция Канады не сможет заехать в страну. Но если серьезно, на самом деле все довольно страшно. Потому что, конечно, идет слив страны, причем идет он с самого верха. Идут провокации, идет раскачка. Ну вот, для начала посмотрим, что происходит в области культуры. Все мы помним, что Петербургский международный экономический форум начался с появления гомосексуального тиктокера Дани Милохина. Кстати, Координационный совет патриотических сил Санкт-Петербурга и Ленобласти буквально вчера направил президенту заявление об инициировании прокурорской проверки совместно с ФСБ тех сотрудников администрации президента, которые устроили это безобразие. Потому что, на наш взгляд, речь идет о дискредитации власти и, в частности, президента, и об отвлечении внимания накануне встречи с Байденом. Блин, это круто! Давай, блин! Но на самом деле Милохин это было только начало, только цветочки. Потому что дальше начался полный оккультизм и сатанизм. И вишенкой на тортике была премия Муз-ТВ, которой уже, кстати, заинтересовался Роскомнадзор. Там они уже усмотрели признаки пропаганды гомосексуализма детям. Но на самом деле там было еще много чего. И оскорбления чувств верующих, и откровенные просто какие-то оккультные мистические ритуалы. Поэтому еще будем заниматься этим вопросом. Если говорить о других сферах, то, конечно, нас очень волнует то, что происходит в области межнациональных отношений. Здесь тоже идет очень серьезная раскачка. На этот раз раскачивают по линии азербайджанской диаспоры. Это самая диаспора, а мы знаем, что у этой диаспоры длинные руки и очень серьезные связи с чиновниками всех уровней. Так вот, эта диаспора уже пытается давить на Путина с тем, чтобы он уволил Бастрыкина. Потому что помним, что Александр Иванович
освободил, велел освободить из-под стражи вот этого гаишника, который по неосторожности застрелил вот этого юношу, напавшего на него. Вот. Ну, вот очень важно, чтобы власть здесь не дала слабину, чтобы власть не пошла на поводу у этих диаспор, потому что в противном случае мы получим в лучшем случае просто вторую Кондопогу в масштабе всей страны, а может быть, что еще страшнее. Вот. Еще одно открытие, которое мы тоже почерпнули из повестки Петербургского экономического форума, это цифровые деньги. Вот если в прошлый раз мы говорили о Марине Раковой, это зам Грефа, который отвечает за образование, которая рассказала на форуме, как они собираются реформировать школу, вводя, оставляя нормальных учителей живых для богатых и цифровые суррогаты для всех остальных, то в этот раз мы рассказываем о зампреде ЦБ, который прямо сказал, что в скором будущем бумажные деньги будут вытеснены вот этими цифровыми рублями, ну, соответственно, со всеми вытекающими обстоятельствами, с тотальным контролем и с всевозможными ограничениями для людей, которые не хотят входить вот в эту вот электронную систему. Но еще раз, надо понимать, что мы находимся в состоянии войны, в состоянии войны с серьезным внешним противником, которому подыгрывает значительная часть нашей элиты. Поэтому нужно быть бдительными, нужно понимать, что провокации были и будут, и, возможно, они будут еще более серьезными, и что раскачка будет, в том числе с самого верха. И не рассчитывать на то, что власть все сделает за нас. Рассчитывать надо на Господа Бога и на себя. То есть ощущать себя таким народным ополчением. Потому что вместе мы сила, и с нами Бог. Оставайтесь с нами.